Вітаю! На телеканалі «Твій Плюс» програма «Ваше здоров'я». Тож і сьогодні будемо спілкуватися із постійним гостем програми – лікарем-урологом, андрологом-сексологом Юрієм Сініцьким. Пане Юрію, я вітаю вас. Про що будемо говорити сьогодні? Надійшли листи від наших слухачів, і вони захотіли, щоб побалакали ще раз про чоловічу неспроможність, тобі ж про еректильну дисфункцію. Але я буду спілкуватися на російській мові, бо так буде для звісно, терміни. Терміни українські не завжди зрозумілі слухачам. Та і якщо в обіході немає такої української мови, в биту, то теж тяжко трохи перекладати. Тому я буду розмовляти на російській мові, з вашого дозволу, а ви розмовляєте як завжди. Значить, еректильна дисфункція, або по-старому, по старій класифікації, імпотенція коюнді, коїтус – це половий акт, імпотенція – невозможність. Тобто, це, в общем-то, заболівання, яке вважається одним заболіванням номер один, ми коли-то говорили о преждевременній еякуляції, це заболівання номер два в сексології, андрології, а це проблема номер один, тому що по цій причині і невозможно рождення дітей, ну і життя становиться тусклою. Если брать статистически, то примерно каждый десятый мужчина страдает этой проблемой в возрасте до 40-45 лет. После 40-45 эта цифра увеличивается, и можно говорить, что каждый второй мужчина страдает этой проблемой, это если брать популяцию мужчин на земном шаре вообще. Но, опять же таки, разные авторы дают разные цифры, все они врачи. И мы вот, когда даем отчет, тоже мы врачи, поэтому говорить о том, что мужчины очень любят признаться в этом заболевании самому себе и прямо так уже побежали к врачу, не приходится. И поэтому, естественно, эта цифра, я так думаю, и первая, и вторая, она занижена. Потому что многие пытаются решить проблему самостоятельно, особенно когда сейчас появился интернет, всякие форумы и т.д. и т.п. Угу. Вот, ну... Поэтому статистических таких данных точных нет. А в Херсоне это вообще тема такая, говорить, с закрытой бородой, скользкая, как рыба. А скажите, пожалуйста, про главные причины, которые провокуют, зокрема, этого заболевания? Ну, на сегодняшний день, в общем-то, эректильная дисфункция распространилась, потому что и технический прогресс у нас такой, что некоторые вещи, которые не совсем, будем так говорить, для комфорта мужского существует, то есть всякие электронные вот эти вот приспособления, даже те же гаджеты, которые носятся в карманах, они тоже могут влиять на эректильную функцию. Но мы поговорим в общих чертах, потому что пугать я никого не собираюсь. Значит, смотрите, в классической андрологии зарубежной есть такая книга, настольная она должна быть у каждого андролога, клиническая андрология, причем она свежая, издание 2003 года. На Западе различают нейрогенную эректильную дисфункцию, психогенную. Они различают связанную с сосудами. То есть у нас, если у нас мы, допустим, подразделяем на артериогенную и венооклюзивную, то они просто говорят о васкулогенной эректильной дисфункции. Вот. И у них даже не выделяется такой вид эректильной дисфункции, как интрарецепторная, то есть связана с болезнью половых органов рядом присутствующих, той же предстательной железы, семенных пузырьков, архитов и эпидемитом, потому что, например, ну, логически, если вы поранили палец, вы не сможете полноценно писать текст этой рукой или делать какую-то вещь. Так и здесь то есть идет, что такое интрарецепторный вариант, это когда идет сигнал из больного органа, и тогда вся система функционирует ненормально, в том числе и нарушается эрекция. Вот. Поэтому, будем так говорить, все виды дисфункций решает врач-андролог. Психогенная дисфункция, которая может быть транзиторной, то есть временной. Часто бывает у юноши ювенильная психогенная дисфункция, когда юноша первый раз вступает в интимные отношения, он начинает волноваться, у него ничего не получается. И поэтому там, в общем-то, особого лечения не надо, надо просто нормально его настроить, успокоить. То есть грамотный психотерапевт это может сделать мгновенно. И вся проблема уйдет сама по себе. Ну, это, пожалуй, единственный вид, который занимаются психотерапевты. Остальными занимаются врачи-андрологи, ну и сексологи также.
А чи правдивими є думки дослідників про те, що імпотенція може стосуватися і жінок? Я про таке не чула, але ось читала. Ну, естественно, что, понимаете, вы читали, я не знаю, на каком плане вы читали. Интернет, известно. Понятно. Ну, значит, и считается, что женщина несостоятельна, то есть женская фригидность это называется, или импотенция женская, как говорят некоторые в кавычках. Ну, дело в том, что женщина тоже, ведь если она вступает в сексуальный контакт, то сначала предшествует, так же, как и мужчины, либидо, то есть желание, потом половое возбуждение, и, будем так говорить, у женщины тоже происходит эрекция, то есть клитор, это мини-пенис у женщины, он тоже эрегирует, естественно, наполняется, и у него тоже есть кавернозные тела, как в мужском половом члене, вот, но просто женщина, понимаете, может сыграть роль, потому что ей для того, чтобы показать, что у нее все в порядке, особенно если мужчина не совсем опытный, то есть он не понимает, почему должно быть, какие фазы возбуждения у женщины, что предшествует оргазму, он просто примет это за чистую монету и подумает, что все нормально. Ну, а в общем-то, опытный специалист сразу поймет, что перед ним женщина, которая действительно несостоятельна как женщина, и требует тоже терапевтической коррекции, какого-то лечения и так далее. Все ж таки, головні симптоми, ось які мають бути, щоб людина звернулася до лікаря, на що слід звернути увагу в першу чергу? Ну, в общем-то, в мировой практике считается, что если принять сексуальную жизнь каждого человека за 100%, в 25% и более он не может совершить половой акт, то есть у него не наступает эрекция, или она наступает, но может быть прерваться, то есть сброс идет крови, это когда речь идет о венооклюзивной дисфункции, или когда она не совсем удовлетворительная, то это уже тот случай, когда надо обращаться к врачу. И какие методы есть диагностики, лікування, что пропонуете? Ну, дело в том, что сначала, во-первых, надо не забывать о том, что эректильная дисфункция, как я уже сказал, то есть она классифицируется, то есть есть много вариантов и форм. Но есть самый тяжелый вариант, когда приходит мужчина с нарушениями смешанного характера, то есть у него отсутствует нормальный гормональный фон, у него ненормально функционируют сосуды, и у него же еще плюс есть какое-то заболевание. То есть смешанный тип эректильной дисфункции самый тяжелый, потому что влияя на одно какое-то звено, можно отрицательно влиять на другое и так далее. Поэтому самое главное здесь сформулировать, правильно поставить диагноз и определиться с причиной. Потому что, в общем-то, если будет правильно сварен борщ, то он будет вкусный. Если он не доварен, а у нас часто бывает так, что мужчина приходит, ему чуть ли не с первого приема пытаются помочь. Да, есть у нас сейчас много препаратов. Это считается препараты первой линии, о них все слышали. Это сильденафил, варденафил, тадалафил, и сейчас еще появился ондинафил. То есть фармацевтические названия это Виагра, Левитра, Сиалис, Зидена. Но, понимаете, то, что они являются препаратами первой линии, нормальные специалисты их больше оценивают как не только препаратами первой линии, но и еще препаратами ex iuvantibus, то есть до выяснения. То есть если четко сформулирован диагноз и выяснена причина проблемы у мужчины, то, в общем-то, надо воздействовать на все звенья патогенеза. Здесь и препараты, если там это, допустим, сосудистый вариант, то это препараты сосудистого плана. Если это происходит на фоне сахарного диабета, то это надо делать вместе, совместно с эндокринологом. Вот. Если это проблема, связанная с воспалительными заболеваниями, то здесь тоже надо решать и эту проблему. И, в общем-то, будем так говорить, в 90% случаев эректильной дисфункции помочь мужчине можно. Но если брать еще во внимание такой метод, как эндофалопротезирование, то это на 100% можно помочь. Но дело, потому что это уже крайность. То есть эндофалопротезирование выполняет тогда, когда уже невозможно вообще ничего вылечить, ни на что не реагирует данный пациент, то есть эпителий у него, эндотелий поражен, и эти препараты, о которых я говорил, это препараты, которые действуют на 5-альфа-редуктазу с обратным захватом и освобождают закись азота, которая участвует в эрекции, выяснилось, когда изучали подробно механизм действия той же Виагры. Вот. Ну, они, будем так говорить, призваны помочь мужчине. Иногда даже этого достаточно, чтобы ничего не назначать другого, потому что там нарушения незначительные. Но бывает, что они только действуют именно как костыль. Потому что если человек, допустим, хромает,
ему нужна операция какая-то или нужна какая-то манипуляция, то ему дают костыли для того, чтобы он мог дойти. А для того, чтобы их убрать, для этого надо, чтобы кости срослись и все было хорошо, так и здесь. Поэтому, так говорить, если человек с эректильной дисфункцией обратился к врачу, и кроме Виагры ему больше ничего не назначили, и больше ничего не было сделано, то, значит, он попал не туда. Поэтому, будем так говорить, проблемы с эректильной дисфункцией решают по мере их поступления, и тут есть целый комплекс. Начиная с сбора анамнеза, чтобы он подробненько рассказал врачу, что случилось, как, где. Ну, доктор знает задавать, какие вопросы нужно. Обыкновенного осмотра. И затем уже есть современные методы исследования, как доплеровское исследование полового члена, доплеровское исследование нервных окончаний и вне сосудов рядом лежащих. Вот. Если надо, подвигает и неврологическому обследованию, если это все есть подозрение, что это на фазе поражения нервной системы, это может быть двух характеров, может быть поражение подкорковых каких-то центров, может быть поражение спинного мозга, центров регуляции, которые влияют на эрекцию. Поэтому, в общем-то, не скоро так сказка сказывается, как казалось бы, что пришел, то есть некоторые считают, что они пришли к врачу, и он должен их прямо с первого прихода полностью удовлетворить в этом плане. То есть, да, врач должен выдать костыли, я еще раз подчеркиваю, но это не есть окончательный вердикт, окончательный диагноз и не окончательная, будем так говорить, лечебная манипуляция. То есть, возможно, там последует целый комплекс и потребуется поработать с пациентом месяц, полтора, иногда даже больше, для того, чтобы была полная реабилитация, потому что такую помощь может он получить и сам, прийти в аптеку, ему скажут, купите вот это, и все. Ви доволі часто буваєте на різних конференціях за кордоном. Цій темі, яку увагу, зокрема, приділяють інші лікарі в інших країнах, в європейських країнах? Во-первых, розумієте, це тема номер один, я вже говорив в андрології, а ускорена екуляція – тема номер два. Поэтому каждый уважающий себя форум никогда не обходит вниманием этой темы. Хочется следующее еще сказать, что очень немаловажно, это когда-то говорил, выступая с кардиологом, что если речь идет о сосудистых нарушениях, то они примерно на 5 лет, это по общей статистической ВОЗ программе, на 5 лет опережают нарушения, которые могут произойти с этим же мужчиной в плане кардиологии, что является для него более фатальным. Потому что если нарушение эрекции, оно не приведет его к смертельному исходу, ну, конечно, если он не совсем больной на голову и не повешается по этому поводу, то если у него есть эти нарушения, надо ожидать, что через 5 лет у него может развиться либо инфаркт, либо инсульт. И поэтому здесь надо быть настороже, бить колокола и спасать его уже от этой проблемы. Параллельно решая, конечно, и проблему эректильной дисфункции. Взагалі, что вообще порадили пациентам, людям, которые схильні захворіти? Я всегда желаю одно и то же. То есть надо вести здоровый образ жизни. Ну и надо, в общем-то, отдавать себе отчет. То есть мужчина даже с самой сильной половой конституцией должен знать, что то, что он мог в 20 лет, не сможет сделать в 40, соответственно, 50 и так далее. Поэтому должно быть все разумно. То есть самое главное проблема решения эректильной дисфункции – это не прекращать половую жизнь. Потому что если ты утратил, то уже потом не приобретешь. Есть такое даже излечение сексологов всемирного масштаба. Поэтому у каждого есть свой половой режим, половой, физиологический половой ритм, вот его надо придерживаться, и тогда будет все в порядке, то есть кушать витаминизированную пищу, если есть возможность, морепродукты, и все будет хорошо. А скажите, пожалуйста, кто занимается саме цією хворобою, до кого слід звернутися в першу чергу? Я так зрозуміла, до андролога, так? Ну, в общем-то, это проблема андрологическая, и этим занимаются врачи-андрологи и сексологи, если таковые есть в городе. Але ж їх не так багато. Ну, дело в том, что есть и урологи, которые могут этим заняться, в принципе, мы никогда не против, лишь бы, главное, чтобы не навредили. Потому что если просто так, от нечего делать, что-то назначить и так далее, то есть, понимаете, пациентов много, на каждого врача их хватит, но самое главное, понимаете, чтобы это было сделано профессионально. Вот мне нравится подход, я когда-то заходил в Дрезден в поликлинику и смотрел, там сидит 8 врачей. Среди них есть как андрологи, так и урологи.
И я спросил, а как же пациент знает, куда ему попасть? А у них сидят, оказывается, там в регистратуре очень грамотные медицинские сестры, которые уже такой мини-анамнез собирают. Я не знаю, что если у мужчины эректильная дисфункция, они его не пошлют к врачу-урологу, который занимается сугубо мочекаменной болезнью или проблемами мочевого пузыря. Поэтому, а если он даже случайно и попадет, то доктор, который его примет, он не будет его принимать до конца, он просто расспросив, в двух словах, его переадресует в другой кабинет. Самое главное в медицине – это порядочность и компетентность, и надо знать, что ты делаешь то, что делаешь, и не браться за чужое. Такі гарні слова. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову, дійсно повчальну, змістовну. Ще, будь ласка, побажання. А я желаю нашим мужчинам здоров'я крепкого, тому що якщо вони будуть здорові, будуть здорові їх половина. А я нагадую, ви дивилися програму «Ваше здоров'я». Сьогодні ми спілкувалися із лікарем-андрологом, урологом-сексологом Юрієм Сініцьким. Якщо у вас виникли якісь запитання до лікаря, надсилайте їх, електронну адресу ви бачите на екрані. Всього вам найкращого, будьте здоровими.